Давайте поговорим с вами про беспроводные наушники. По моему мнению, они должны обладать несколькими очень важными качествами. Первое, они должны быть удобными. Второе, они должны долго держать зарядку. Третье, они должны быть стильными. И четвертое, у них должен быть крутой звук. И сегодня в моем обзоре будут классные наушнички от Sony. Они обладают хорошим звуком, у них 15 часов держится зарядка. И давайте я покажу, как все это выглядит. Это приятно звук. Вот этот звук. Первое. Сами наушники достаточно длинные, они удобные в управлении, у них есть амбразурки, соответственно, если что, у них неплохое шумоподавление, даже когда вы просто вставляете в уши. У них есть управление звуком, соответственно, включение-выключение, и у них есть зарядка прямо сбоку. А в комплект у них входит описание, у них входит инструкция, входит гарантия и, конечно, дополнительная амбразура, если вдруг у вас нестандартные уши. Мои уши стандартные входят, прям входят и не выходят. Давайте посмотрим. Итак. Накидываем, вставляем.